Questa è la testimonianza di Aleksandr Udenka, pastore evangelico originario di Lugansk, città nella regione del Donetsk. Здравствуйте, меня зовут Александр Уденко. Я сам проживаю в Луганской области, в городе Северодонецке. У меня семья, есть жена, четверо деток. Сегодня я нахожусь в городе Черновцы, здесь, на вот этой базе, для того, чтобы помогать людям. Я сам являюсь переселенцем. Мой город разрушен на 70%. Я выехал оттуда своей семьей, я вывез оттуда всю церковь, потому что я являюсь пастором церкви. Но мы продолжаем эвакуировать людей с Луганской области, везти туда продукты, помогать всем нуждающимся в это тяжелое для Украины время. Как и в этой войне, так и в 2014 году для всех война она стала неожиданной. Хотя это было все на слуху, говорили об этом, но никто не думал, что вот завтра это все начнется. Мы проснулись в оккупированном городе, и уже в нашем городе начали поднимать российский флаг, и мы 4 месяца жили в оккупации. Вокруг нашего города уже шли бои. Каждое утро в 4:30 нас будили обстрелы. Наш город, слава богу, он не был обстрелян, это только вокруг города. И так как я являюсь пастором церкви, служителем, я понимал, что моя задача оставаться на месте, где есть люди, которым я служу, оставаться там, чтобы служить всем жителям, которые на то время нуждаются в какой-либо помощи. И мы этим и занимались. Было страшные периоды, когда мы видели, как по улице ездят вооруженные люди. Если им что-то не нравилось, они спокойно могли обстрелять любой офис, они могли спокойно забрать технику, они могли спокойно забрать все то, что им нужно было. Но Бог давал как-то силы и смелости, и мы продолжали служить в том городе. Через 4 месяца город был освобожден от оккупации, и к нам в город хлынула волна переселенцев, людей, которые бежали от войны, и мы продолжали служить этим людям все 8 лет до начала этой войны. Мы выехали на второй день войны, потому что мы знали, что такое оккупация, что такое быть без воды, без еды, без света. Поэтому мы выехали нашей семьей и всех братьев, сестер, всех людей, кого я мог, мы вывезли. Но уже на четвертый день мы туда вернулись командой для того, чтобы привезти туда продукты и все необходимые вещи для людей. У нас уже через неделю был налажен процесс эвакуации людей и доставки туда гуманитарной помощи. Помимо всех остальных людей, которые туда приезжали, привозили помощь и участвовали, помогая к нам, то у нас был налажен такой короткими проездами канал вывоза людей и привоза туда гуманитарной помощи. У нас было 4 пункта. Мы не ездили в долгую, мы старались очень быстро вывозить людей. По сей день это все работает, этот весь процесс работает по сей день. Хотя уже сегодня утром мне звонили и сказали, что, братья, что и люди, которые нам помогают, что завтра после обеда, скорее всего, они будут выезжать, потому что уже находятся там 10 дней и очень тяжело морально там находиться, нужен какой-то перерыв. Мы делаем ротации такие, и когда они вернутся, туда поедут другие люди, которые будут на постоянном этапе там вывозить людей и привозить и развозить туда продукты по домам, по подвалам, по убежищам, в села, в которых нет уже магазинов, потому что там очень большая нужда. То, что наблюдаю я из 2014 года и сейчас, и в это время, все люди, которые попали в тяжелые обстоятельства из-за войны или еще либо из-за каких-нибудь вещей тяжелых в жизни, люди всегда начинают вспоминать того, в кого они не верили.
того, кому они не служили. Они всегда начинают призывать имя Бога и просят Его о помощи. Как в 14 году мы увидели людей, которые потеряли всякую надежду на власти, на деньги, на знакомых. У них не осталось ничего, у них не было вообще никакой надежды. И мы, помогая им материально, физически, мы им также говорили и о духовных аспектах жизни, о том, что есть Бог, который дает надежду, который подкрепляет и любит их. И мы видели, как глаза людей снова зажигались для жизни. И люди начинали думать о Боге. И сотни людей, тысячи людей начали приходить в церкви для того, чтобы благодарить Бога и просить Бога о помощи. Так и в сегодняшнее время, когда мы эвакуируем людей, когда мы видим эти сотни людей, которые были вытащены из-под обстрелов, они очень в своем сердце негативно относятся к войне и задают вопрос, почему так. Но когда ты им даешь выход, указываешь им на Творца, на Бога, то у них появляется надежда, что их жизнь она может измениться, они могут еще восстановиться, они могут найти, где дальше жить. Я очень сильно понимаю их, людей, которые сегодня под обстрелами, или люди, которые сегодня уже выехали из-под обстрелов, потому что я сам жил под обстрелами, был, я выехал, и я знаю, как им говорить о том, что они, в их жизни еще может все наладиться. Главное, чтобы мы не прекратили благодарить Бога и не прекратили надеяться на Бога и не грешить пред Богом теми грехами, которыми грешили всю жизнь. На устах много разговоров о войне, но когда им, людям, говоришь о Христе, о Боге, то ихний фокус уже сдвигается с войны на Бога. И они тогда начинают просить Бога, чтобы Он им помог, и они видят реальную помощь в своей жизни.